Вы отказались вызывать скорую помощь. Почему? Есть скорая пришла. Я вам предупредил. Вот вы еще вот как утром как били нога. Полиция, Мишаня, чем можем вам помочь? Добрый день, здравствуйте. Я стала очевидцем жестокого избиения человека сотрудниками ДПС. Я отличаю ДПС и ППС. На место... По какому адресу? Походный 17. У... Дома 17, корпус 1. Походный вот. Проезд, да? Да, дом 17, корпус 1. Корпус 1. Да. Около дома? Около дома, на парковке дома. Все, естественно, я сняла на видео. Значит, человек, которого избивали три сотрудника ДПС ногами, кричал, что его убивают и зовут на помощь, а еще его действительно очень жестоко били. Причем непонятно за что, но дело не в этом. Я вызвала скорую помощь, скорая помощь приехала. Сейчас речь идет о госпитализации этого человека, я не знаю его, в больницу. Ну и, соответственно, я прошу наряд полиции на место происшествия. А сотрудники где эти находятся? Они стоят вот рядом с машиной скорой помощи, я вижу это все из окна. А вы не поинтересовались номерами? Знаков. Нет, у меня не было возможности туда подойти, потому что, во-первых, я выбежала из дома, вот в чем была, в тапочках, вот, и потом быть избитой вместе с этим человеком и брошенной быть в машину какую-нибудь и увезенной в неизвестном направлении. Ну, понимаете, да, у меня трое маленьких детей. Я могу оказать помощь, но желательно. То есть видеофиксация у вас есть? Полная видеофиксация у меня есть, конечно. Фамилия ваша пока. Павская Евгения Дмитриевна. Павская Евгения Дмитриевна. А мужчина сейчас в скорой помощи находится? Да, мужчина сейчас в скорой помощи, и речь идет о том, что его будут госпитализировать. Вот. За что он был задержан и избит, я не знаю. Вот. Но били его на газоне три сотрудника ногами. А госномер машины сотрудников не запомнили? Значит, первый номер машины. А-47-51-99. Угу. Следующий номер машины. У-02-73-99. И третью машину. Ты рот бы закрыл! Рот бы закрыл! Просто жилось бы! Мы приняли вашу информацию. Угу. Сейчас передадим. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Алло. Вы скорую вызывали? Да, я вызывала. Там мужчина избитый в белой машине BMW. Ну, здесь сотрудники полиции, все, сейчас разберемся. Значит, в белой машине BMW 5-й серии сильно избитый мужчина. Он кричал, вызывал на помощь. Вызывала я. А вы почему ушли, если он звал на помощь? Ну, дело все в том, что эта машина стояла вообще во дворе, он с дома. И сотрудники сели за руль его машины и поставили рядом со своими машинами ДПС. Вот. Я вообще выбежала, увидев, как его жестоко избивают. Ясно. То есть его сейчас будут от вас скрывать, а кричал он «спасите, убивают». У меня видео записано, как вот три человека избивают ногами. Кошмар какой. Послушайте, его сейчас, его не будут вам показывать. Всем привет, с вами Павлик, и как вы поняли по превьюшке, сегодня речь у нас пойдет о ГИБДД. А вернее, об уже известном нам персонаже Денисенкове Андрее Николаевиче, лейтенанте полиции, который проходит до сих пор службу, что странно, в отдельном батальоне ГИБДД ДПС по северо-западному административному округу в городе Москве. Прошел на трубу? Да, все прошел. Такие, чем такие? Все они такие, пока не попадет нахуй нормальную хуйню. По-моему, просто, блядь, целую жопу огурцов насовали, блядь, и все. Куда? Чего, нахуй? Может, нет, не сходить? Сейчас не будет, блядь, причины остановки, сейчас все здесь лягут, нахуй. Причины остановки, блядь. Дебил, ебаный. Сейчас он, нахуй. Блядь, там только охота была сходить. Да, раз, хочу. Я специально еду. Набери Оскин, что там делать? Я не знаю, нахуй, пизду, что это Оскин делает. Он братьев скажет, тупые нахуй. Сразу напишет, что изначально не согласен водитель. Но он не согласен. Как фамилия, трогай, да? Здесь молодой сидит. Сафронов. Ну, не знаю такого.
Здесь молодой сидит, там вот где-то он скидывал фото. Здравствуйте, Валентин Денисенко. Андрей Николаевич, да. Мы с вами заочно знакомы, так как вы составляли в отношении меня постановление. Да, вот. Кадрит. Буквально минут 5 назад. А, да, ну, помните, это, да? Конечно. Был такой. Так, Андрей Николаевич, давайте с вами познакомимся поближе. Хотелось бы посмотреть ваше удостоверение, чтобы действительно Андрей Николаевич. Фокус упал. Извините. Вот так. Так, лейтенант полиции Денисенков Андрей Николаевич, инспектор ДПС. Известен Андрей Николаевич под кличкой Огуречный мент, потому что хотел мне засунуть в жопу много огурцов. Но у него это не особо получилось. Не знаю, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поставьте обязательно этому видео лайк, распространите это видео. И по ссылочке в описании будет обращение, которое нужно отправить в контролирующие органы. И скоро вы поймете, почему. Хотя забегу вперед и скажу вам сразу, что на этот раз мусора пошли дальше, чем сфабриковать административное дело. Они сфабриковали на человека уголовное дело, обвинили его в нападении на них после того, как сломали ему челюсть. Прошу вас максимально распространить это видео, обязательно поставить ему лайк, написать множество комментариев, что вы думаете по этому поводу. А также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. 86% зрителей смотрят мои видео, будучи не подписанным на канал. Подпишитесь, вы же все равно смотрите. Будем бороться с беспределом вместе. Все, поехали, смотрим ролик. Есть ли у него документы? Нет, это виправы. Да. Вы по правду скажите, кого он ударил? Если, меня. Как он ударил? Подскажите. Как? Ну как он ударил? Как он ударил вам? Подскажите. Ну, вот смотрите, могли вот бы сами у него человека. Вот а у вас где? Как а вы он вам ударил? До этого? Видели? Покажите мне. Вот утром, то, что утром вы... конечно, утро. Видели. Покажите там мне, были свидетели, работал. Которые покажите. Позвонили в милицию. Ну покажите мне. Конечно, покажем. Вы сейчас вот, если так разговариваем, как он вам ударил, подскажите. Карман, это вранье просто. Почему вранье? Это подскажите, вы не можете, вы не можете ответить, как он вам ударил. Мы сейчас едем к доктору. Подождите, представьте, пожалуйста, вообще имя, фамилия. Я же представляю, сколько мне представляется. Сейчас представьте. Вот человек представляется. Никто мне не представлялся, никто из них не представлялся. Я сколько раз сказал, они начали меня оскорблять. Как он вам ударил? Вы сейчас задержаны. Вы не можете сказать, как он вам ударил. Давайте в машину. Он поедет, ничего не слышит. Я чуть-чуть не написал, что нужно поедет. Будьте добры, присаживайтесь. Скажите, как он ударил? Вы там находились? Карман он мог сам себе порвать, понимаете? Да. Он же вот ваш сотрудник. Мне по вот факту больше его делать избили. Нечего. Мне вам, больше вам делать нечего, как рвать, рвать на себе одежду. Конечно, чтобы подстроить, чтобы конечно. Подстроить вот да эти вот удары. По факту вы его избили. По факту. Садись в машину. Они меня схватили, начали вот так толкать, и потом начали подбить. Потом он вызвал своего друга, а он подошел, якобы я их избиваю. Я их не трогаю. Я говорю, я что, дурак, что ли, чтобы их избивать? Я знаю, что могу за это сесть. Я не сопротивляюсь. Это построено. Я попал, подстроил, и он кричит, вот меня ударили, построили. Вот меня ударили, начинает меня избивать. Там потом я еще из машины стою, хорошо, я хочу выйти, что сказать, на помощь позвать, меня еще по лицу прям. Ну нет, еще из мандира. Когда я упал, меня еще с ноги въебали. Ты же представлялся, что попугай будет? Где ты представлялся? Что ты просил, не представлялся? Ты снимаешь, как у меня оскорбляют? Ты оскорбляешь? Он не оскорбляет. Где я тебя оскорблял? Где я тебя оскорблял? Ты представлялся, блядь? Это что за слово было? Нет, это он не... Кому он сказал? Вы снимали на камеру. Зачем вы говорите? Он так, он никому ничего не говорил. Ты представлялся? Командир, что, ты не представился? Ты сказал, вот ты за отец, вот тебе мы. То есть вы ему верите? Вы ему представились? Командир, а кому? Вам представился, что ли? А? Вам верить, что ли? Ну вы верите ему. Верите? По факту вы говорите, он вам ударил. Никто, да. я не он бил, говорит, я не бил. Я что, у меня вот есть побои были. Вот побои, смотрите на него. На руках ничего смотрите, нету. Глаз так. У него какой, ну, нос, нет. Голова, вообще все опухло. Как что, вы не видите? Я, его, я его утром видел, он ссадина, на состоянии. Ссадина на голове? Это не ссадина, это удар. Посмотрите глаз. Вы сюда посмотрите. Ногой, потом еще мне локтем был закрыт. Это кровоизлияние, он себя плохо чувствует. Скорую вызывали. Мы в травмпункт едем. Едем в травмпункт, все тогда. Вы отказались вызывать скорую помощь. Ему, пришла, ему на тот момент стало плохо. Вы все знаете инспектора Денисенкова Андрея Николаевича по нашим роликам, которые выходили последние несколько недель. Этот индивид, так сказать, лейтенант полиции ГИБДД привлек меня, фабриковал в отношении меня дело административного правонарушения, привлек меня к ответственности за правонарушение, а потом уже со мной познакомился, значит. И так получилось, что он так настолько глупо фабриковали они с напарником административный материал, то есть половину за него делал напарник, хотя фамилия стояла Денисенкова, Малышев, да, Малышев фабриковал тоже административный материал в отношении меня совместно с Денисенковым, они там подельники были.
Но и данный Денисенков хотел засунуть мне в задницу огурцов. Вот, там обзывал меня, всячески оскорблял. Дело в том, что мусор не знал о том, что их регистратор в патрульном автомобиле пишет звук. И на суде для него стало офигительным откровением о том, что все их фальсификации были запечатлены на аудио и видео. То есть они сами на себя, по сути, этот компромат сдали начальству, а потом предоставили в суд. Вот, для него это было ударом, и все его вранье быстренько рассыпалось. Хотя он там пытался отмазаться что-то типа, а может это не мой голос, а может это не я, а может там бомжи залезли в служебный автомобиль и там постановление понасоставляли на людей просто так. Все может быть. Но я-то уверен, что это точно Денисенков, и что Денисенков явно осознал. И как же было здорово наблюдать в суде за его враньем, когда он просто посыпался. Когда он посыпался от того, что объективные данные объективного контроля были предоставлены в суд. И судья даже отразила это в своем решении, что она не доверяет показаниям инспектора Денисенкова, так как они не согласуются, в принципе, с материалами дела, объективной реальностью и вообще ни с чем. Однако, несмотря на все то, что это все вскрылось в суде, вскрылось при рассмотрении дела еще в ГИБДД, несмотря на то, что постановление его было отменено как незаконное в отношении меня, то есть несмотря на то, что дело было сфабриковано, был совершен ряд должностных преступлений как Малышевым, так и Денисенковым, также им помогал в этом господин Оськин из руководства отдельного батальона ГИБДД по северо-западному административному округу города Москвы. По телефону там им советовал, как проще бы меня нагнуть было. Никакой ответственности уголовной, несмотря на совершение ряда преступлений, то есть это превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств по делу о административном правонарушении, служебный подлог, они не были привлечены. То есть ни по одной из этих трех статей они не понесли ответственность в соответствии с законом. И уж тем более не были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам или вообще по каким-либо мотивам. Эти люди продолжили служить. И, как это часто бывает, преступники очень часто возвращаются к преступной деятельности. Вернее, скорее всего, они ее не прекращают. От безнаказанности, сами понимаете. Их же отмазали, все хорошо. Что им там, как я слышал, они были привлечены только к дисциплинарной ответственности за какие-то мелкие там косяки. Но ничему их это не научило, и они дальше продолжили беспределить. И, как водится, как говорится, безнаказанность порождает беспредел. На этот раз Денисенков участвовал в избиении и применении физического насилия, а также фабрикации административных и уголовных дел, уголовного дела, вернее, одного, в отношении другого гражданина. На этот раз мусора сломали ему челюсть, избили его, а потом обвинили в том, что он на них якобы напал. У человека оскольчатый перелом челюсти, они, значит, поняли, что когда подъехали родственники этого гражданина, они начали кидаться и на родственников, они начали заковывать его в наручники, они поняли, что они совершили преступление, а чтобы совершить преступление, чтобы скрыть это преступление, они совершили другое преступление. Они еще и сфабриковали на него уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти, прости господи. То есть я так подозреваю, что они дали ложные показания, осуществили заведомо ложный донос с целью заведомо незаконного привлечения невиновного человека к уголовной ответственности. То есть на этих кадрах вы сейчас можете видеть, как у инспектора ДПС спрашивают, а как он вас ударил-то, как он на вас напал, как он насилие к вам применил? А он не может ответить, ну как, ну напал, ну просто, ну вот так вот, потерялся человек. Еще ему руководство, видимо, не сказало, как рапорт написать, вот он и теряется, видите как. По факту мы ждем скорой, сотрудники полиции не дожидаются скорой, хотят сами, якобы устроили здесь его задержание, еще раз, хотят его увезти. Сотрудник полиции завел машину. Мы находимся на территории... Отец! Я отец! Отойдите, пожалуйста, чуть. Отойдите, пожалуйста, чуть. Снимать мне не нужно. Не нужно мне снимать. Человека избили, говорить еще мне раз нужно. Говорю, снимать вы сейчас, может, еще пришли, еще раз избивать его. Еще раз говорю, прекратите противоправное действие. Это не противоправное действие. Занимайтесь ерундой. Ерундой занимайтесь. Поедем. А там будете на утро пересматривать. Угу. Да. Хорошо. Пересмотрим. Это увековечить? Да я вам говорю. Какой, это, смотри, у вас никого снять нет, а его
смотри, как я снимаю, еще вижу сейчас. Да? Да? Сотрясение. Да. Вот с какой имеете право так бить человека? Человек никто не бил. Так не бил. Смотрите, вот смотрите. Человек оказался сопротивление. Голова опухшая. Отошел от меня, еще раз говорю, на 2 метра. Отошли. Смотрите, у меня оружие, давай. Отошли в сторону. Отошли. Не толкай. Хватит, сиди спокойно, сиди. Сиди, он задержан. Да, я сейчас скоро меня заберет. Он задержан, одевай наручники. Скоро, я сейчас тошнит, я сейчас я не знаю, что случится со мной в машине. Вы что будете делать? Человеку я плохо. Скоро я вам вызову. Скоро. Да. Что это? Кого толкаете? Что, подожди, дай спокойно. Что за написал? Что ты толкаешь? Толкаешь. Скоро, подожди, скоро. Сядь, сядь. Ну что, спокойно сядь нормально. Толкаете. Дёргай, не толкай, дёргай. Да, берите, поднимай, скорая уже была. Да, все нормально. Скорой не было. Отойди, отойди в сторону, блин. В сторону, отошел. Зачем вы так делаете? Смотри, сел прям нормально. Все было хорошо. Вызовите скорую, командир. Камеру свою в шоп засунь. Смотрите, с какой жестокостью и ненавистью они пытаются выгородить и себя, и своих коллег, и не понести ответственность за свои деяния. Они человека со скольчатым переломом челюсти вытаскивают силы из больницы, хотя он должен был быть госпитализирован. Но они его вытаскивают из больницы, чтобы совершить с ним процессуальные какие-то действия. Хотя спокойно это можно было отложить, можно было подождать приезда адвоката. И угадайте, кто там хотел камеру снимающему человеку, другу этого гражданина пострадавшего, засунуть в жопу. Кто там у нас огурцы любит сувать в жопу? Денисенков, все правильно. Денисенков. Кто больше всех запрещал снимать? Денисенков. Именно Денисенков, тот самый оборотень в погонах, который боится видеосъемки, боится камеры. А знаете почему? Потому что он преступник. Он не полицейский, который должен защищать закон, который должен охранять законные права и интересы граждан. Он просто бандит и преступник. И он должен сидеть в тюрьме, его место в тюрьме. Посмотрите, как он себя ведет. Руководство отдельного батальона ДПС по северо-западному административному округу. Дельников. Что это такое? Почему вот эта падаль еще на службе? Почему она позорит настоящих полицейских, которые мы знаем есть? Их мало осталось, но есть. Почему вот эти позорники, после того, что они сделали год назад, продолжают служить в рядах полиции? Почему вы ничего не сделали? Вы что, ждете, пока они кого-то убьют, забьют до смерти или что? Вы дальше продолжите их покрывать? Съемка запрещена, там написано. Читать умеем. Специально вам снимаем. А это что у нас тут? Давайте я закрою здесь. Подождите секунду. А кто вы такие, ребят? Не важно. Добрый день. Я общаюсь с врачом с Гутаевым. Снимать запрещено. Здравствуйте, а кто вы такие, скажите, пожалуйста? Цирк ваш взорвал, кто это такой? Да, вот, а, не, это вот непосредственно виновники, вот кто их сбил. Которые оказывают давление на вот этих вот врачей. Он уже телефоны пошли в ход, сразу же. Да, и спрятались, чтобы видели не снять. С Бутаевой. А, здравствуйте, а кто вы такие, скажите, пожалуйста? Кто это такой? Да, вот, так, непосредственно виновники, вот кто избил, которые оказывают давление на вот этих вот врачей. Он уже, телефоны пошли в ход, он сразу же. Да, и спрятались. Так, вот они. Это вот на вашей совести. Не хочешь снимать? Снимай. Ну, вот. Посмотрите. Ну, сюда. Конечно, человека, у человека. Ну, вот его избили, и вы сейчас и выносите. Ухудшение. Я вам предупредил. Вот сотрудники полиции. Берите вот камеру, еще раз говорю. Я и не буду выбирать. Он снимает своего друга. В чем дело? Как вы его забираете? Вот почему вы его болите? Скажите.
Потому что у него отказывается. У него перелом челюсти, у него перелом. Вот вы еще вот как утром, как били ногой по голове, еще вот еще раз дайте. Как я уже говорил, в описании под этим видео существует форма обращения. Вы можете скачать вордовский файл, загрузить его к себе на компьютер и отправить по ссылкам в контролирующие органы в описании. Это будет ваш вклад в добро и справедливость на этой планете. Чем больше обращений мы отправим, тем больше вероятность того, что уголовное дело в отношении потерпевшего будет расследоваться честно и объективно. Оно должно быть прекращено по реабилитирующим основаниям. А вот уголовное дело в отношении инспекторов ДПС непременно должно быть возбуждено по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, так как они превысили должностные полномочия с применением насилия. За это уголовным законом Российской Федерации предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Также прошу вас распространить это видео как можно дальше всем своим друзьям, родным, близким в своих социальных сетях. Сделайте репост этой записи. Закиньте куда-нибудь в группы ВКонтакте, в Фейсбуке, где-нибудь еще, в Твиттере. Прошу вас, чем больше огласки мы добьемся, тем больше вероятность того, что справедливость восторжествует. Обязательно поставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на канал и обязательно не забывайте нажимать колокольчик. Продолжение этой истории мы будем освещать у нас на канале. Также в связи с последними событиями, со всякими блокировками там видео на YouTube и прочим, я завел второй резервный канал, вернее уже третий, ссылка также в описании, называется ARN Backup. И прошу на него также подписаться в избежании того, что вдруг с каналом что-то у нас случится. Знаете, недавно канал движения у нас угнали, украли хакеры какие-то. Вот, и это принесло очень много проблем и трудностей. Все, спасибо за внимание, всем удачи, всем пока, до новых встреч, боритесь за свои права.